По сложившейся уже традиции, в канун 8 марта сотрудники госавтоинспекции поздравляют женщин-автолюбителей с весенним праздником любви и красоты. И в этом году инспекторы ГИБДД не стали отступать от своих правил и, вооружившись жезлами и букетами тюльпанов, вышли в праздничный рейд. Десятки представительниц прекрасного пола, проезжавших в этот день мимо пожарной части, были остановлены полицейскими. Каждая услышала в свой адрес слова поздравлений, получила в подарок цветы, а также памятки для водителей. Все же одна из главных задач сотрудников ГИБДД – профилактика аварий на дорогах.